Референдум, который могут провести в конце июня, рискует стать поворотной точкой в истории британской политики. Дэвид Кэмерон дал понять, что у него нет никаких сентиментов по отношению к ЕС. Но он знает, что Великобритания выигрывает, будучи частью ЕС, в том числе и финансово. Например, не платят экспортную пошлину на поставку продуктов на европейские рынки, какие-то тарифы, дополнительные к базовым. Это экономит сотни миллионов фунтов каждый год.